среду в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, возможен небольшой дождь. Днем минус 1 плюс 1 градус, ночью 0 минус 2. Западный ветер 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, в светлое время суток плюс 2, в темное 0 градусов, западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем плюс 1 градус, ночью нулевая температура, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, днем 0 градусов, ночью минус 2, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.